За праздничным столом генеральный директор УХК Александр Белоусов вместе с почетными работниками предприятия. Такая возможность выпадает немногим, тем, кто годы отдал родному предприятию, честно трудился и добросовестно выполнял свои обязанности. Те люди, которые разрешены, и вы в том числе, которые сегодня разрешены, вы являетесь вершителем истории комбината. История, она не сама по себе рождалась, не сама себе творилась. История, как известно, делает людям. И в том числе, которые сидят в этом зале. Это вы. Я вас искренне поздравляю с этим событием. Хочу вам пожелать, чтобы вы дальше служили родному комбинату. Всем крепкого здоровья, любви и счастья. С праздником вас. Сергей Лазарев – один из тех людей, которые удостоены высокого звания. Почетный работник УХК в этом году. Сергей Николаевич – аппаратчик цеха 70. После окончания в 1984 году Уральского политехникума, говорит, стало интересно. А что там такого секретного выпускают на комбинате обороном закрытом предприятии? Получив специальность по профилю производства, был направлен цех 70. Говорит, сроднился с коллективом и цехом так, что честно и добросовестно отработал около 30 лет. Сегодня, конечно, интересно работать, потому что есть поле для деятельности, то есть для инициативы, воплощения каких-то идей. Вот, руководители поддерживают, в общем-то, направляют и поддерживают. Предприятие, конечно, внешне стало как игрушечка сейчас. Олег Латыпов с гордостью рассказывает о своей профессии и работе на Уральском электрохимическом комбинате. Придя на завод 25 лет назад, молодым специалистом прошел путь от инженера до начальника производственно-технического участка цеха 19. Почему именно такую профессию выбрали? Выбрана не случайно. Значит, ну, механика меня интересовала с самого детства. То есть были образы, прообразы русских механиков, их достижения, которые впоследствии ориентировали меня на выбор этой профессии, инженера-механика. Ну, этой профессии и этого направления придерживаюсь до сих пор. Работа очень нравится. Нравится именно тем, что работа носит такой многозадачный характер. То есть постоянно приходится держать себя в тонусе, принимать какие-то решения. Ну, совершенно с разных сторон, не только касаемо технологии, но и в том числе и безопасности. Безопасности как ведения тех процессов, как и безопасности выполнения работ персоналом. То есть вот такая вот ответственность. В юбилейный для Новоуральска и комбината год внесение имен в книгу почета УХК особенно значимо, как отметил генеральный директор УХК Александр Белоусов. Внесение имен в книгу почета предприятия – это высшая награда комбината, потому что золотыми буквами вписываются имена один раз и на всю жизнь. В почетной книге около 500 фамилий тех сотрудников УХК, которые отмечены как лучшие на предприятии. Теперь их на 9 больше. Именно 9 работников Уральского электрохимического комбината в этом году чествовали на Чуринских дачах. Аппаратчик, инженер, начальник цеха. Звание почетного работника предприятия удостаиваются простые рабочие, служащие, начальники и руководители. Все те, кто отдает десятки лет добросовестному труду на УХК. Наталья Рау, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.